Слушай, тут вообще классно, я вам так скажу. Так. Всем привет, с вами Виктор и Цветок. И несмотря на то, что в прошлой серии нас игрушка жестоко обломала, прям аж до скрежета зубов, аж прям до слез, но в любом случае игра на месте не стоит, Витёк тоже, мы не унываем и... Ладно, все, забудем это как страшный сон. Все, забыли. Очень многие сейчас я спросил, за что, во что пойдем играть. Грида давай. Ну, в принципе, за Грида есть еще что погонять. Так что поехали. Я геймпад опять взял. Иуда, кстати. Иуда за Грида не ходил. Ну, хорошо, рандом пока работает. Здоровки, ну для Иуды, в принципе, неплохая вещь, скажем так. Дамаг кто у него изначально есть, неприличный, сказал. Ну да, неприличный дамаг у него есть, прям, ну, относительно других героев, он действительно неприличный. Неприлично большой. О, что я говорю? У Иуды неприлично большой относительно других. Дамаг. Слушай, чуть-чуть не хватило одной монетки, чтобы купить вот эту батарейку. А чё, она мне ничего не дала, да? Ну ладно, давай берем ключ, пошли посмотрим, что в золотой. О, сердечко есть, кстати, можно зайти сюда посмотреть, что здесь. Тихо, пауки, главное, не дамажьте меня. Твою налево, а? Эпичненько зашел, да? Ладно, что здесь? Коробочка. Ну ладно, ну как бы можно попробовать на старт, но в любом случае как бы хпшка есть чуть-чуть, потому что гридер все-таки здесь сложновато будет. Поехали. Дамаг как бы есть, вот это хорошо, да. Как бы здоровья мало, ну не совсем минимум, да, не то как на старте. Вот, но... А повторно нет смысла ее использовать, я помню, что вроде как нет смысла. Решил перепроверить этот вопрос. Да что ж ты никак убегает от меня, главное. Ну, черт, блин, новенькие пошли. О, спасибо за бомбочку. Кстати, бомбочка неплохо. Сейчас можем что-нибудь там взорвать этих статуэток и еще что. А там еще кто-то есть. А, какахи, здорово. Здорово, какахи. Я вообще хотел сегодня почитать чата побольше, но вы же понимаете, что тут нереально читать чат, пока замес такой идет. Я что-то таратурить стал, как Мик у нас на самом деле из бесконечного лета. Она меня укусила, наверное, пока я в нее играл. Не в Мику играла бесконечное лето. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ты какие, а? Они хотят меня убить, ребят. Они меня подловить хотят. О. Ну, этим всем по ваншоту, как говорится. По ваншоту! Блин, я же испугался, их там так много сидело сверху. Нормально, все, пройдем. Успею, я смогу. Тихо! Чуть не прижучило меня, паразитка. Отлично, все, ребят, пройдено. Ну, в смысле, обычные волны пройдены. А, что, еще кто-то есть? А, паучок, привет. Ну, еще бы с таким повреждением не пройти. Ну, в принципе, как куда-то выбегать смысла нету, можно продолжать. Книжка заряжена, поехали. Что, я прям подошел, так облизал червяка. Облизал червяка. Какая гадость, что я за паранушку опять рассказываю вам. Я вот про этого червяка, который здесь ползает. Хотя это змейка. Но облизал змейку тоже жестоко звучит. Оп. Просочился. А, может быть, включить? Ух, Хелс, блин. Знал бы, не использовал бы сейчас. Так, в общем, у кого там, ребят? А как ты меня? Одина какая-то. Эдгар поддержал на 666 рублей со словами. Я смотрю тебя уже пару лет. Ого. Начал играть в Айзека благодаря тебе. Продолжай в том же духе. Спасибо. Вот такие теплые слова поддержки, знаете. Вот даже просто вот без донатов, когда пишут такие слова просто в личку ВКонтакте. Сидишь, знаешь, глупо улыбаешься. Ну, приятно такое слушать всегда. Поехали дальше. Так, пару пауков. Стоять бояться. Ух, жалко, не весла. А то б я сейчас их всех бы.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут какая-то мина. Паук-паук-паук-паук-паук-паук. Так, этого завалили. Вода-вода, нифига себе, он пауков наплодил. Он тут комната большая, все, завалили. Мочи-мочи-мочи пауков. Но теперь все будет от Сатаныча зависеть, что он там нам выдаст в своей комнате крутой. Давай глянем. Слушай, серьезная заявка. Блин, надо брать, ребят. Тут вообще ни кумарь, ничего, убери. Классно все. И то, и другое надо брать. Это еще и дамаг даст. Другое дело, что как бы красных сердец не осталось, но и фиг с ним. Мы сейчас какие-нибудь артефакты купим, которые хп дают, и все в порядке будет. Вот, например, лежит же артефакт. Ну, батарейка, честно, чё-то как мертвым припарка нам здесь будет. Можно взять, конечно, карту и вскрывать еще секретки. Ну, да ну лучше, я 15, конечно, в другое место потрачу. Вот этих парней взорвем. Пустоту. Так. Или взять батарейку, она же еще раз это как его замораживает. Рандом chance to drop батарейку or freeze all enemies in the room. В принципе, неплохо, всего лишь за семерку. Давай, вот даже тупо ради заморозки. О, метроном какой-то, что это такое. Дает рандомный item effect for the room. Скажем так. А если я остаюсь в главном зале боевом, это будет стакаться? Я же как бы буду вроде бы как бы входить в комнату в новую, но при этом не выходить из старой. Смысл-то в этом. Соответственно, здесь получается, я буду получать рандомный эффект на комнату, но при этом он не будет заканчиваться. Не стакаются, пишут. Не бери. Окей, ладно. Предлагают хп взять. Нет, я лучше поеду. Я поеду дальше. Едем в Магадан. Ту-ру-ру-ру-ту-ту. Главное, 5 человек написало, что не будет, не бери. Один написал, будет стакаться. Кому верить? Так, вот здесь хпшка сейчас, оп, видали? Видали, видали, видали? Я наколдовал хпшку. Так, магазин. Опять эта карта лежит. Да что ж ты будешь делать-то? Две бомбы. Смотрю, могу взорвать одну бомбу, получить две бомбы. Ведь это же так действует. Замечательно. Так, дальше. Статуэтки взорвать. Давай взорвем статуэтки, давай. Пара монет. Ну ладно. Блин, а покупать из этого? Можно Poison Tears купить, конечно. Очень неплохо будет заходить на всякую шушуру мелкую. Ну, тут как-то тринкет-слоты. Можно, конечно, закупиться тупо вот этими синими сердешками. Хорош. Хорош, халява, прикинь. Temperance еще рядом выскочил. Взорвать, что ли, к чертям собачьим и не париться больше. Давай так сделаем. Вот этого... А, тут если взрывать, то всех вместе с Темперансом. И арт хочется, и при этом терять ничего не хочется. Ладно, я беру Poison Tears, я сюда еще вернусь. Погоди, что там родилось-то? Подковка, Soul Heart, Animbalic. Понятно. Давай так. Давай так. Два донат. О, я тебя помню. Привет, Рачел. 100 рублей от двух донат. Привет, здорово, Нанаимище. Ты меня помнишь, вил. О, стоп, я книжку забыл прожать. Прикинь, стою такой, кумарю. Плюс 3 повреждения. Забыл прожать. Ну, с десяткой дамаги, конечно, неплохо все это выглядит. Пока что. Тут главное грамотно лавировать и особо сильно не попадаться. О, видали, видали, батарейка сработала. Не зря брал. Тихо. Иди сюда. Иди ко мне. Отравил и убил, прикиньте.
Ай-яй-яй, попал. У-у-у. Какая бесконечная костяшка. Пью-пью-пью. Достаточно одной таблетки. В смысле, одного попадания. Черви, черви, как вы вовремя застыли-то. Молодцы-то какие. Ляпота. Тихо, тихо. Вот этих быстренько-быстренько валим. Слушай, сколько половинок сердец выпало. Это позитивно, потому что мы сейчас сможем с вами пойти. Значит, эти половинки посливать вот у этого парня. О, full health. Будем знать. Так, давай еще половинку. Упс. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ага. Black Heart went down to 1.5 сердца, damage will не снизу. Понятно. Ну, Black Heart, ребят. Это тупо Black Heart, по сути. Так, ну а то, что осталось, я думаю, можно взрывать. А-а-а! Ты смотри. Нет. Пока что не нужно это взрывать. Пока что не надо. А ты кто? О! Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Нифига себе. Так, пока не сработало. Ну окей. Health, full health пока возьмем. Так, ключик, я думаю, да? Пошли посмотрим, что в золотой комнате хоть лежит. Куча-куча бомб. Да, взрываться будет эпичненько. Нам бы тогда еще прайс бомбс, вот эти вот фиолетовые такие. Ну вообще красота была бы. Вау! Тайгибиар поддержал на 666 рублей со словами: попробуй за Lost Ultra Grid пройти сегодня. Моя поддержка, твое участие. Это типа челлендж такой? Давай сейчас за этого пройдем, подумаем, хорошо? Так, какули на рагуле. Ну от какули довольно-таки просто будет здесь убежать. Главное не протутукать. Момент, когда она будет чаржиться, вот. Протутукал все-таки этот момент. Ой-ой-ой, какая штука вышка. Вышел, вышел. Вот, тихо. Книжку прожрал случайно. Как умерла, да, уже? На-н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 а. Уп-уп-уп, хорош. Отлично. Загашено. Загашено, ребята. Full health, а ты чё? Чё, Тирсап? Хорош, прикинь, чё-то мне прёт сегодня прям, я не знаю как. Опа! Выходи, подлый трус, ты где там? Куда он делся? Эй, ты какие дырки засунул у меня? Хотел засунуть, точнее говоря. Что, вроде бы дамаг десятка. Что так страдает слабо. Больше страдания. Ну, кстати, поизон, когда навешивается, прям солидно так выкусываю. Так, го сюда. Ага. Вот так вот игра решила, что фихте. Фихте. Дерево такое есть. Я только что придумал. 100 рублей от скрипач. Бонжур, Виктор. Бонжур. Развелось у вас сатанистов. Удачной вам игры имбового прохождения. Спасибо, что радуете нас своими стримами. Музыка Биопупет, Forever Ads. Биопупет. Не-не-не-не-не-не! Твою мать! Тварь. Взяла, вбила не черного чувачка. Ну ладно. Так, ну из того, что здесь есть, наверное, смысла набираться нет. Можно, конечно, взорвать аппарат, но сейчас взорвется столько раз. Ну все. Держите Витю семеро. Витя выловил хаос. Поехали. Поехали, здесь уже нечего поднимать. Пошли посмотрим, что из этого получится.
Пилюля. Он меня пилюлей назвал. Давай. А, вот так вот, да? Полный хаос, ребят. Я не знаю, что я беру. Spear of Destiny. Ну, неплохая вещица, в принципе. Гаппи Сколар. Так, кусочек гаппи. Всегда приятно. Да, к сожалению, здесь выбор небольшой. Либо вопрос, либо вопрос. Либо вопрос, либо вопрос. Может, ну его нафиг, оставить деньги на следующую? Ну ладно, пусть будет. Не хочу я брать неизвестно что, ребят. Поэтому ну его нафиг, поехали. Так, пройдемся. Жалко, что батарейка выпадает. О! А я как бы применять-то их и не могу толком. Это вот сейчас с чего дроп такой? А, это из этого, из бардачка, который у меня со мной. Я понял. Ребят, как жизнь? Отлично, отлично, всем яда. Так, это что дает, я забыл. Какая-то не очень нужная штука, если честно. Ну, и, насколько я помню, точнее говоря, если честно. Там третий портал, что ли, есть, да? А, нет, нету. Ай! Эпичненько. Ха, отравил штуку его. Корабли лавировали, лавировали, как говорится. Ёлки-палки, сколько здесь вас? Хорошо встало. Все, так быстро? Неожиданно, диарея, кстати. Можно жахнуть знатно. У меня-то взрывы ого-го какие. Кто там? О, засыха, что ли? Гад. Падла. Взял, перепрыгнул. Да. Черт побери, что творится, а? А-а-а, гадство. Пора сваливать. Ёлы-палы. Черт побери, жить хочу. А, прикинь, он застрелил его сам. Ангел сам застрелил этого чувака. Да блин, ну эти маски, они вымораживают меня. Меня больше маски вымораживают, чем все остальное, если честно. Умри уже. Да блин! Ну жесть. Что, еще что-то? Офигеть, сколько я добра просрал. Ля-ля-ля-ля. Ах, какая невезуха. Нет ни голоса, ни слуха. А кому какое дело? А мне бы дали. А я бы спела. Телепатия. Да. Что-то серьезно они меня как-то потрепали. Вообще жестоко, я бы сказал. Тайгибиар поддержал на 666 рублей со словами: это типа челлендж на сегодня. Сделаешь? А донат за 2 года просмотра, можно сказать, комиссия. Комиссия. Сессия. Блин, что-то мне уже страшно, если честно. Ну давай. Да блин, а что ты самонаводящимся-то стрелять стала? Ну дичь. Каких пор сердце самонаводящимися патронами стреляет? А ты какое, а? Лицо страшное. А ну иди сюда. Не успеваю я его подцепить. Ой-ой-ой. Ой. Чуть не подбомбило. Меня! Воу-воу-воу-воу.
Да сдохни ты от яда хотя бы, я не знаю, от чего-нибудь сдохни. Жесть. Ну ладно, здесь хотя бы сердцами снабжают. Ого! 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 Я как филин какой-то. Ого! 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 Заохокал. Так, 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 ладно, здесь брать как бы нечего, поехали. Я тебя понял по поводу челленджа. Витя, а какой мод? Никакой. Ребята, просто гридер проходим. Воу-воу-воу-воу, инопланетяне, привет! Ваше здоровье! Макс Лайм поддержал на 400 рублей со словами: «Прив, чё как? Я другого отзагреб. Он мне телефон погнул. Ну, сатане же все можно. Кстати, ты меня убивать будешь сегодня? Жаль, что 666 рублей нету. 100 р не хватает». Слушай, тут вообще классно, я вам так скажу. Есть, во-первых, еще одна запчасть от Гаппи. А во-вторых, здесь буквормом попахивает. Да надо брать. Букворм. Отлично. Так, лапу. Или для начала куклу размножуху. Да, размножуху возьмем для начала. Блин, течь 0.5. Черт побери, я все это хочу. Да здесь ничего нету. Так, погоди, нам 20 монет выпадет за забег. Надо еще где-то 2 монеты найти. Ну, то, что надо будет и лапу купить, и не лапу. Ну, вы меня поняли. Так, давай вот эту штуку рванем. Да, ёлки-палки. Погоди, нам еще и ключ нужен будет. Ну ладно, ключ еще, может быть, выпадет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ладно, гоу. Кто попал? Кто посмел? Я что-то даже не понял, откуда там прилетело. Давай долби мочи. Тихо, руби, кромсай. Прикольно, я, получается, периодически я даблшот делаю, а моя куколка вот эта мелкая, которую я приобрел, она еще сама тоже периодически размножает. То могу квадшот сделать, по идее. Вот так, изредка. Держи, это тебе. Ац, так. Корабли лавировали. Ну, букворм, кстати, тоже неплохо заходит. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Как я это избежал повреждений, я сам не понял. Что-то там взрывается. Нам вот эта куколка поможет на ультрагриде. Потому что там довольно-таки много стационарных мест. Стационарных отстрелов происходит. И мы там будем с вами тютюкать их. Хорошо, что я взял этот, как его, генератор сердечек, а? Что-то за мной выехали уже, слышите? За мной уже приехали. Так, ну окей, я думаю, надо продолжать и не париться. Да что ж ты как-то меня покусал-то? Да что ж вы творите-то, изверги? Нате. Просто взорвал там всех к чертям собачьим. Ну а что они такие дерзкие? Зажали меня там в углу. Что, кто еще пришел? Ёлки-палки, лес густой этот чувак, который будет сейчас заряжаться и... Давай, голова. Его голову только можно стрелять. Ну, либо вот так вот. Тайгигар поддержал на 666 рублей со словами: «Так и я вас извиняю. Лост сегодня так и будет или нет?» Так и давай, я же сказал, сначала за этого пройдем, потом решим. Ай! Везет мне на самон. Слушай, ну никак ничего не могу сделать с ним.
Вставай уже, умирай. 100 рублей от MaxLime, блин. Как так-то? Я песенку заказать забыл. Ну ладно, поставь плиз у Манитой Скорпионс. Завтра на Твиче подпишусь. Скорпионс обязательно поставлю, обожаю Скорпионс, обожаю вообще группу эту. Так, не, ребят, все нормально, 30-ка получилась, но нам теперь ключ надо где-то достать. Блин, опять маска. Две маски, ёлы-палы, лес густой, ну что ж такое-то? Игра прям как знает. Как ты сквозь камень-то стреляешь? Специально подошел, думаю, из-под выпадывает, а сейчас я ее накидаю. Нет. Нет, говорит, не накидаешь ты мне. Потому что я злая, противная фигня. Что у меня птеродактиль прицепился к маске и грызет ее потихоньку. Что есть позитивно. Опа! Не успел наискосок проскочить. Умирать, бум. Воу-воу! Я так понимаю, они меня хотят быстро умереть. Есть одна готова уже. Ну, как быстро. Это, видимо, птеродактиль готовит его так хорошо. Два донат. 100 рублей от двух донат. Я твоя личная какашечка, доренькая, но изредка я прихожу к тебе на помощь, гав. Так, ребят, у нас тут маленькие извращения какие-то уже пошли даже. Вы его не слушаете. Он нормальный. Он просто вжился в роль. 128 рублей от товарищ Сталин Виктор. Вы точно на гридере играете? Денег больно много падает. Песню на перерыв по своему выбору. Ну, конечно. Поддерживаю челлендж с Лостом. Определить гридер или нет очень легко. Видишь, вот там, где денежки, бомбочки и ключики, там потом идет 12 из 11. То есть в обычном моде нету еще одной волны дополнительной, а здесь есть. Слушай, надо сос убрать. В принципе, она сделает нам скорость стрельбы 5. О, книжку уже бессмысленно брать, мы букварма собрали. Так, ну что ж. Эч. Тоже классная штука, полет. Но я возьму гаппу. Я думаю, я даже его использую. Так, вот это пойду сейчас все батареечки, которые там лежат. Использую. Одна только, что ли? Прикинь, только одна батарейка за все время. Ну и, к сожалению, ключа у нас так и не появилось, но... Как по мне, уж лучше то, что я сделал, сделать было, нежели ключик. Хотя у нас есть еще шанс вот здесь что-то найти. Смерть я нашел. А там ты найдешь свою смерть. А может быть, здесь еще секретка есть, хорошо. Ух ты. Прикинь. Ты прикинь. Вот обожаю игру за это. А! Просто душевно, ребят. Так, я что-то с этим еще могу сделать? Вроде бы нет. Ну, поехали. О! О! Еще одно сердечко выпало, погоди. Погоди, сейчас я сердечко себе приму. А может быть, ну его нафиг не брать ту книжку, может быть, с сердечками пойти. У меня есть генератор сердечек. Фиг с ним, 7 или 10, как бы на ультрагриде пофиг. Давай пойдем так, давай. Хорошо, без книжки пойдем. А ведь, говорит, в сундуках наверняка были ключи 5 монет. Ну, здесь уже мы не узнаем с вами никогда. Ведь это в серой комнате был-был. Я в серую комнату сразу захожу. Оу. Слушай, ну это, конечно, прикольно. А, я теперь знаю, где секретка, ребят. Она на выходе. Так, ну хороший камень. Но здесь надо взрывать, тут все равно покупать нечего из того, что здесь есть. Надо как-то взорвать, чтобы сразу все. Ну, дамаг есть. Я бы орбиталку, наверное, даже более всего взял бы. Камуфляж. Я, наверное, даже за орбиталку взялся бы. Так, этих тоже двоих не взорвать, да? Не хватает радиуса взрыва, чтобы все подорвать. Ладно, го. Что происходит?
Там что-то появлялось. О! Воу-воу-воу-воу-воу! Там что-то появлялось, потом так и не появилось. Я что-то не въехал, что это было. Какая-то дичь, чуть не смотри. О, он так умеет. Даже не предполагал, что... Ёлки-палки, сколько вас тут? Сколько сердец лежит? Ой, не сердец, а батареек. Жесть, сколько здесь всего вкусного-то, а? Смотри, они еще живые. Нормально со всеми разобрался, да? Не, ну все-таки нормально. Отрава, во-первых, лазер, который бесконечно дальний. То есть я там на дальних поступах всех отравляю. Он все-таки дамаг дает. Зачетно, зачетно. Мне нравится, кстати, как это все работает. Ну, я могу смело ходить и выходить. Давай пошли ключик купим. Клюпим кучик. Так, это у нас считается... Шиол, это у нас... Так, подвал... Да перестань ты. Подвал, кейвс. Так. Вомп шоу, 4 соул харта, ребят. Нафига мне 4 соул харта? Ну, ладно, сделаем. Какой-то ад пошел вообще. Зато мы смело можем с вами, даже если будет адская сделка, и там будет что купить, мы сможем смело заторговать и все. Вообще без парила какого-то. Там может быть какой-то... Ну там, конечно, будут, скорее всего, стандартные артефакты. Но если там кусочек гапи будет... Ты че такой дерзкий-то? Ну дайте зарежу. Иди ко мне зарежу. О, прям на меня, ты прикинь, больно! 101 рублей от Дмитрия Питерскорбит. Нужен стрим в поддержку пострадавших в теракте. Со всех по 10 рублей не будет. Спасибо. Да, я пытался, конечно, обойти эту тему, но кто-то все-таки решил ее поднять. Ой, зачем я это прожал? Попали. Да что? А, ладно. Уже пофиг там. Столько здоровья намазанное. О, давай, кали его мечом. Заколол. Incoming. Та-та-ра-та-ра-та-ра. Опа. Опа. Опа, чё? А видите, гапи собрал. Неожиданно. Ты кто? Бэттрип. Ай, визард. Ну вот и все, ребята. Вот я еще и гапи собрал. Чё теперь делать-то? Я думаю, надо собирать сердечки и направляться. Как косы открыть в Айзеке? Ой, ну ты у меня не спросил тоже мне. Да, давай Стивена возьмем, фиксим. Фиг со всем остальным, как говорится. Ты смотри, ничего не дало. Поехали, поехали ниже. В принципе, не кисло. Гапи собрал, кстати. Это большое преимущество. Мы будем намного быстрее убивать ультрагрида. Так, молоко. Я так понимаю, уже завсегдатай какой-то становится у нас. Но тут в любом случае взрывать. Ну, паучок. Паучка люблю. Конечно, он не столько какой-то там крутой. Не столь замечательный. Я, кстати, секретку забыл скрыть, да? Ну ладно. Без нее пройдем.
Тихо, тихо, тихо. Вы чё ж такие? Что же у вас столько ненависти-то? Откуда у вас столько вообще? Почему так часто самонится-то? Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я ничего не успеваю сделать, тут уже вон мне настакали же полную эту штуку. И что это сейчас будет? Мега-рука! Но все равно Гаппи очень сильное подспорье, ребят. Просто выпиливаю. Даже вроде бы как бы должно быть сложно, но я все выпиливаю. Потому что мне легко. Ух ты! Я думал, я их всех убил. Давай рожу плюющуюся возьмем. Две штуки сразу, ну оптом тогда. Что так меня вы ненавидите? Сейчас я буду собирать монеты. Какая долгая тема тут вообще происходит. Фух, что-то разрулил. Поехали дальше. Твоя очередь. Два болота! Зачет. Я специально не стал отходить, чтобы побыстрее их убить. Потому что у меня там был задвоенный выстрел. Плюс мух генерировалось с гигантским просто скоростью, с гигантской. Вот как сейчас. Я ж просто уничтожил его. Так, я вижу синий си... А, когда... Когда он умереть успел? Круто. Ха, ну наконец-то я тебя нашел. О, какая гадость. Какая гадость, ваша заливная рыба. Ну, собственно, вот и все. Бладу в мортир. Ну, а все, я никак не смогу его взять. Я никак не могу его взять. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну давай делаем full HP и, собственно, идем. Идем. Идем к финишу. 100 рублей это фиг. Жалко пить ярбушцев. Здорово, морда. Ай, ты как ты попал-то? Ну-ка ты кто? Бомбы ключи. Было ноль, стало ноль. Да пофиг. Все, ребят, погнали. Ну я все-таки очень сильно надеюсь, что я смогу быстренько довольно-таки закарать. Во-первых, у меня четверные удары периодически возникают. Плюс мух генерируется, но очень быстро, круто. Четверный удар, это который двойной с учетверением. Еще раз двойной. Дважды. Тихо. В чем я говорил, видите, этот босс, который периодически позволяет постоять, просто тупо пострелять по нему. Вот на нем нормально как бы работает эта вот куколка. Но все равно он довольно-таки плотный. Он, по-моему, стреляет меня, но ни разу не попал еще. Вообще прикольно. Я нашел сейф-спот, ребят. Ну, с этих ребят мы только с вами сможем мух понаделать себе. И тут же сможем их и слить в этих чувачков. Давайте, мухи, в атаку. Слабовато все-таки, конечно, повреждение, но я даже не знаю, у него же все равно хп скалируется, так что... Ты бессмысленно настакивать его. То есть я в любом случае его убивал бы с такой же скоростью. Я поэтому там особо и не заморачивался уже с дамагом. Ай-яй-яй. А что если подойти его и сколоть просто до смерти? Заодно проверим, насколько крут этот меч. Воу-воу-воу-воу-воу. Тайгигар поддержал на 666 рублей со словами. Было ноль. Стало ноль, лост вперед. Что бы это значило? Так, первая фаза прошла, но что-то как-то долго я ее упорно проходил. Ай!
Это еще и взрываться будет. Воу-воу. Скидка. Хорош. Что, сколько он бомб нагенерировал, а? Немножко нечестно, я так могу здесь и остаться. Да пипец. Надо включать тактику углов. Летит. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Летит, 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 летит. Тихо, хорош так залеты такие делает. Тактика углов работает. Раз, два, три, четыре, пять. Мухи убиваем мы опять. Так, хорошо, стоим в углу, ждем, пока прыгнет. Идет. Да, реально тактика углов работает. Ты посмотри, как только я начал углами пользоваться, все. Он перестал по мне вообще дамаг наносить. Единственное, что здесь нужно, это вот попадать по нему. Сколько у него, у меня мух уже? На, это тебе. Куда все мухи делись? Тихо, 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 бомбы, 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 бомбы. Ждем парня. Ну, где ты? Летит. Я его засек на своих радарах. А может, не углов, а вот как шестиугольника такого? А нет, здесь он запуливает тогда этими пульками. Слишком близко стою. Ладно, 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 заделаем его. Слушай, я не представляю, как за остров его проходить. Вот честно. Там реально надо очень сильно сломать игру, чтобы за остров спокойно его пройти. Потому что вот не получить дамаг за остров на нем, ну я не знаю. Eye of Belial, ребята. Какой-то глаз Белиала. Я не знаю, что это за артефакт. Что-то, видимо, новенькое. Либо хорошо забытое старенькое. Ну, вот так вот пройдено. Вот такой забег. Кстати, мне подскажут, что глаз Белиала прикольная штука. Значит, слеза, пролетает сквозь врага, становится самонаводящейся после этого и увеличится урон в 2 раза. То есть, здесь какая-то массовуха идет. Просто в одного попал. И все, всех побивал за ним. Круто. Всем спасибо за внимание, лайки, подписку, комментарии, подписывайтесь и так далее и тому подобное. В общем, что-то я опять напутал. До встречи, пока.